Приветствую всех, друзья, снова у меня на канале. Меня зовут Игроматор, и мы продолжаем с вами смотреть различные модификации на Battlefield 2. Мод Battlefield Apocalypse уже как-то появлялся у меня на канале. В принципе, я делал на него обзор. Мы с вами смотрели, что это за мод, из чего он состоит. Вкратце, мод о конце света, когда произошла какая-то ядерная катастрофа, и люди разделились на две фракции. Как я понял, это бандиты какие-то и люди, которые якобы за добро. Авторы мода вдохновлялись серией фильма «Безумного Макса», и действительно, это круто было сделано. Мне понравился этот мод в свое время. Интересные карты, интересная техника, интересное оружие. Но была проблема в том, что мод не поддерживал синглплеер, в него нельзя было побегать с ботами. И вот как раз-таки это видео, как вы уже прочитали его название, посвящено игре с ботами. Я решил сделать небольшой видос, посвященному этому событию, потому что действительно мод на самом деле очень прикольный, и посмотреть со стороны, как боты между собой гасятся, и вообще посмотреть, как игроки выглядят в этом моде со стороны, я считаю, будет интересно. Как я вообще нашел поддержку ботов? Просто лазил в интернете, зашел на какой-то старенький сайт, если не ошибаюсь, немецкий. Там можно найти различные старые моды, и их можно скачать. И нашел файлы, которые посвящены именно этому моду. Решил установить, и, в общем, все это работает. Ну как работает? Не все карты, по-моему, поддерживаются. Несколько карт из оригинальной игры. А остальные карты взяты из обычного Battlefield, но уже с перенесенной техникой и оружием. Файлы, которые я нашел, вы не поверите, были настолько древние. В 2008 году они были загружены. Это, ну, просто безумие. Я не знаю, если кто-то будет смотреть это видео, может быть, вспомнит этот мод, вспомнит эти времена, когда этот мод только появлялся на свет. Очень классный мод, рекомендую к осмотру мое старое видео. Ну а сегодня мы с вами побегаем с ботами и посмотрим, как это все выглядит. По крайней мере, мне было бы интересно показать вам, как выглядит геймплей с техникой, с ботами, со стороны, как это все выглядит. Потому что во время геймплея более интереснее продемонстрировать все это дело. Ну, давайте посмотрим, какие тут у нас карты. На самом деле, карты, как я и сказал раньше, как я сказал ранее, из мода самого несколько штук, по-моему, я видел. Вот Riot с поддержкой ботов, это вот именно карта с мода Апокалипсис. И карта Three Mile Islands, это вот эти карты как раз-таки в антруаже Battlefield Апокалипсис. Остальные карты взяты из других модов, ну, либо обычные карты с поддержкой мода Апокалипсис. На самом деле на этих картах тоже интересно побегать, потому что техника и оружие все перенесено. Поэтому давайте загрузим какую-нибудь карту сначала для осмотра ботов, как они вообще бегают. Ну вот, допустим, Райлет мы сейчас загрузимся, посмотрим. Итак, мы с вами загрузились, у нас карта Райлет, по-моему, называется. Как мы видим, у нас тут есть боты, да, все круто, можно выбирать оружие. У нас тут есть ремнанты и реверс какие-то, да? Из «Безумного Макса», я так понял, одни бандиты, другие не бандиты. Оружие мы с вами все смотреть не будем, я это все уже смотрел в своем прошлом обзоре. Мы сейчас просто немного побегаем, посмотрим, как это все выглядит со стороны. Боты бегают, какая-то тут трава, все заросло, офигеть, ничего не видно, как это все выглядит. Ну, прикольно, на самом деле, с ботами побегать в этот мод. Мне он в свое время очень понравился. И хотелось бы мне посмотреть, как это все выглядит с ботами. Боты уже гасятся там между собой. Офигеть. Такие американцы, да, покоцанные бегают. Вот, кстати, да, вот по-другому все-таки можно обозревать моды, когда видишь со стороны игрока, да. То есть он с взрывчаткой бежит, бот. Какие-то винтовки у них, да, ну, то есть со стороны. Прикольно все выглядит. Кстати, классная штука, сейчас покажу вам. Когда боты умирают, смотрите, такая типа рука, да, торчит из земли, костлявая, и держит оружие.
Прикольно, да, ради этого я тоже решил показать им все-таки этот мод опять. Да, прикольно, да, такая. Достаточно креативненько сделано. Вот в прошлом видосе я этого не показывал, потому что я этого не знал. Смотрите, эти надгробия такие, прикольно. Интересно. Кровищу добавили тут, кстати, вот геймплей сейчас попробую показать. Где там боты? Ой, они тут гасятся между собой. Меня хотят зарезать планшетом, сейчас будем гаситься. Да ё-моё, что происходит? Планшетом гасим. Смотри, что происходит. Эй, офигеть. Апокалипсис. Так, давай что-нибудь еще возьмем, побегаем. Тут чисто такая вот пехотная карта. Печально, что нет поддержки стандартных карт, точнее оригинальных карт из мода, именно с техникой. Большие почему-то никто не сделал за все это время. Ну, возможно, мод не сильно был популярный, но, на мой взгляд, это очень прикольно выглядит. Так, а у нас одна точка, да? А, три точки, короче, и тут махач. Ну, тут ботов можно было, конечно, поменьше поставить. Но я уже поставил побольше, чтобы было интереснее. Кстати, надо посмотреть надгробие у других солдафонов. А, у них тоже такие же надгробия, да? То есть рука такая костлявая торчит. Прикольно. Граната какая-то прилетела. Топором сейчас. О, щих! Ща, щих! С чего у меня целится? Все, загасили. Оружие возьмем это. Что это такое? Какая-то фигня, блин. Я уже не помню оружие. Давно уже обозревал этот мод. Да не могу попасть. Что за фигня? С чего я там стреляю? Так, где? Откуда они? А вон они. Они с той стороны идут. А где точка? Мы точку захватываем? А он тут махач. Монтировка Гордон Фриман. Он заныкался в этом. Ну-ка, чика, чиз. Хорош. Так, мне надо медик. А, все, хана, убили меня. О, давай, заждай меня. Давай, гасимся. Прикольно. Опять загасили. Что я там загасил? Олд 9 миллиметров. Короче, какие-то оружия даже. Болт ган, дуал УЗИ. Интересно. В общем, достаточно круто. Ссылку на установку данного мода, ну как данного мода, данного аддона, наверное, да, я оставлю в описании. Кстати, тоже прикольную штуку заметил, когда до записи играл. О, смотрите, прикольно, даже он бегает, у него сзади даже этот, ну, какой этот висит. Что он там брал? Смотрите, трупов столько, а я медик, оказывается, офигеть. Я могу возрождать. Перезарядка. Шприца. А чем-то я могу лечить, да? А, это медицина, смотри, я могу лечить их. А чего вы все дохнете? Эй, не дохните. Давай, возрождайся. А, перезарядка идет, шприца. Вот. Я имею в виду, что у бота висит вот этот вот канистра, это там с бензином или что-то такое. Ну, прикольно сделали со стороны. Снайперы какие-то, да, бегают. Классно. Не, вот эти вот надгробия мне нравятся. Так, когда играл я один, я заметил такую фишку, что... Ой, своего убил. Подожди, сейчас воскресим чувачка нашего. Эй, не дохни, братуха, сейчас мы тебя... Возродим, возродили. Так, смотрите, вот эти вот диски. Да отвали ты от меня. Да отвали. Смотрите, вот эти вот диски, они валяются. То есть их видно, что они на земле валяются. Вы представляете, механика? Мод 2008 года. Вы видите это, да? Да сдохни ты. Я не могу никуда попасть. А у меня граната какая-нибудь. О, у меня есть лимонка. Офигеть, она летит, смотрите, она даже крутится в воздухе. Класс. Классный мод. Действительно классный мод. Почему мало таких модов? Действительно интересно. Давайте обоссым всех. Ядерной мочой. Я их коцаю там, не коцаю, я не знаю. Ой, я убил его. Обоссал до смерти. Все. Ладно, ребят, давайте зайдем на другую карту и посмотрим там.
с техникой. Итак, мы с вами на стандартной карте Battlefield 2, однако тут уже мы видим, воюют постапокалиптические у нас солдафоны. Сейчас мы появимся на базе, у нас тут американцы и, точнее, ремнанты и реверсы, да, как обычно. Окей, появимся на базе, у нас, кстати, даже есть самолеты, да, давайте посмотрим. Я не помню, делал ли обзор на самолеты, не делал. Ну да, есть какие-то у нас самолеты, сейчас попробуем пролететь. Как раз-таки покажу вам технику здесь. В прошлом моде я не показывал технику. Надеюсь, что я не разобьюсь сейчас. Чувак, сорян, не хотел. Как вспомнить только, как тут залетать. А, по-моему, мышкой надо управлять. Да-да, вспомнил. Сейчас мы разобьемся. Да сейчас вернемся, подожди, не кипишуй. А, ну понятно, короче. А, какие-то лимонки кидаешь. Офигеть, самолет такой апокалипсис. Офигеть. Такая фигня летающая. Давайте попробуем десантироваться. У нас вообще есть парашют или нет? О, есть парашют, ништяк. Можно десантироваться, вон техника едет, офигеть. А что-то у них там баги какие-то, класс. Я хочу посмотреть. Пойдем гасить их, это враги. А что это его загасил? Hot Ornament Cannon какой-то. Что это за фигня такая? Кровища какая-то. Баги какие-то. Надо убить его, это... О, все, загасили чувака. Какие-то баги крутые, да? Давай поездим. Ой, кровища какая-то. Так. Где... Ой, а что это такое сделал? А что это было? А, это понятно. Это офигеть. Это что? Я понял. Когда за тобой гонятся, там можно кого-то уничтожить. Офигеть. Он ничего сегодня, он гоняет только так. Так, а где все? А чё боты тормозят? Они что-то в технику не садятся, не понять. Ну да, вот. Наверное, тут немножко тормозят боты, в технику не хотят садиться. Сейчас мы попробуем разыграться и показать вам технику. Так. А, мы ж американцы, да? Американские флаги у нас. Так. Чё-то я тут езжу, да? Офигеть. Офигеть, можно взрывать сзади все. Класс. Так. Давай-ка мы вступим в отряд, да? О, все, пускай у нас там командует нами. Так, а у нас второе место есть? А у нас есть второе место, да? Я не знаю, почему боты не садятся. Бота можно посадить? Чтоб бот со мной ездил. А вон боты ездят. Давай-ка бота возьмем. Боты! Да ё-моё, настроили тут всякой фигни. О, боты, давай, садись. Давай, садись. С базукой или что он там ходит? С чем там бот ходит? А, у него ракетница там. Бот с ракетницей бегает. Кстати, оружие прикольное. Такая... Не, вот, только сейчас... О, запускает ракетницу. Нифига себе, точно ракетница, смотрите, ребят. Как он взорвал машину просто тупо. Класс. Блин, мне этот мод нравится. Действительно, другие ощущения, когда ты играешь с ботами. Другой фан. Мы захватываем точки? Захватываем. Не, боты используют тачки. Это хорошо, потому что они тачки используют. Я вот к боту могу сесть? О, я к боту могу сесть, класс. Поедем сейчас. О, машинка! Расстреляли. Камаро у меня какой-то. Что за пулемет у меня? Хоть посмотреть со стороны. Какой-то эпичный пулемет. Модельки машин классные, мне нравится. Какой-то араб сидит, весь покоцанный какой-то. Ну, против после ядерной войны. Ой, что-то пролетело откуда-то, я не знаю. Блин, ну это ж настолько интересно. Так. Окей, давай это возьмем оружие. Я не знаю, что это за оружие, не помню. Моя задача показать вам технику, по крайней мере, как тут все это выглядит.
Давай вот здесь поймем. Здесь какая-то техника была. О, еще какие-то машинки, офигеть. Что за тачка такая? Я даже тачку такую не помню. Смотрите, разъезжают тут. Вон, какая-то, блин, хаммер какой-то. Здоровый. Смотрите, как выглядит. Че у меня в глазах потемнело? Что за фигня? Тут, по-моему, можно к нему тоже сесть. Он что-то может делать, а что может делать, я не знаю. Ну-ка. А, просто пулемет. А, во, я к боту сел. Мы с ботом ездим. Короче, я наверху. Это, знаете, как с Безумного Макса. Помните, там тоже был такой пулеметчик? Точно. Прикольно. Так, меня гаси... это враг. Нет, это не враг. А, тут, короче, я что, рабами бегаю? Я, наверное, рабами бегаю. И, воспользовавшись волшебным монтажом, мы переносимся с вами на другую карту. К сожалению, мод у меня вылетел, и предыдущий бой я так и не записал до конца. Но, тем не менее, я решил все-таки еще показать вам что-нибудь интересное. Давайте появимся на какой-нибудь базе. Еще покажу вам некоторые точилы интересные. Тут есть такая интересная тачка. Такой лимузин. Сейчас мы его покажем. Как он там выглядит. Там очень прикольно сделано, когда боты садятся внутрь. Ну, вообще, видно игрока. Там интересно видно со стороны. Вот этот лимузин. Сейчас боты туда сядут. Смотрите, кстати, ну, машина с закрытыми дверьми. Все вот это, все четко. Сейчас мы сядем с вами внутрь. Ну, смотрите, тут гроб даже есть. И гроб этот, по-моему, насколько я ошибаюсь, он вылетает. Сейчас мы здесь сядем. Давайте, садитесь. Садитесь, поехали. О, смотрите, боты садятся. Тут реально этот гроб, по-моему, можно выкидывать. Сейчас я сяду в эту тачку. Да, да, вот, смотрите, я гроб выкинул. Офигеть, ну это просто... А, его можно, по-моему, взорвать, да? Или что с ним можно сделать? А, это патрончики я даю. Нет, ну, по-моему, взрывается. Я видел, что он взрывается. Подожди. Что-то с ним надо сделать. О, да, смотрите. Офигеть, ребят. Ну, моду уже больше, наверное, 15 лет, да? Сколько? 2008 год. Это очень много лет. И представляете, сейчас это... Почему-то вот никто не делает такие вот фишки прикольные. Это, наверное, как, не знаю, пасхальное яйцо от разработчика. Ну, реально круто, ребята. Это классный мод. Я думаю, что всем будет интересно побегать. И вот этот видос, который я сегодня делаю, я думаю, что он достоин внимания. Потому что синглплеер раскрывает этот мод, ну, просто с другой стороны смотришь все это дело. Ну окей, давай еще побегаем, чуть-чуть повоюем. Ну, кстати, отвертка торчит из биты. В кровище вся. Жесть. Что происходит здесь? Где все боты вражеские? Не нападают на нас, не нападают? Едут они на нас, не едут? Да, смотрите, кстати, и в тачке нету гроба. Гроб, короче, вылетел из машины. О, еще двери открываются, офигеть. Класс. Вот это реально круто. Ну, смотрите, это нога торчит бота. Офигеть. Реально круто. Где вражеские боты? А, они там нападают, короче, я понял. А, наши боты пошли нападать, короче, на вражескую базу. Какая-то труба или что это такое? С чем я там хожу? Наши пошли воевать. Ну, пойдем, попробуем повоюем. У нас есть медицина? О, медицина. Давай-ка полечимся. Где они там все воюют, я не могу понять. Ракеты какие-то летают. Что происходит здесь? О, медицина. Сумочка какой-то. С чем он там лежал? Женской сумочкой. Подожди. Ну точно, смотрите, с женской сумочкой бегает. Что происходит? Я вообще не знаю. Как можно это записывать? Как можно в это играть? О, опять надгробие, да? В общем, ребят, я оставлю ссылку в описании на установку мода с ботами. Если кому будет интересно, устанавливайте сначала оригинальный мод, а потом уже сами карты, там поддержку синглплеера. Ну, в общем, будет там три вида файлов, два маппака и один мод, типа как на
поддержку ботов. Вот, устанавливаете, играете и получаете такое эпичное наслаждение, как я. Смотрите, а что это он там? А что произошло? А что он там? А, наверное, техника застряла. Застряла, походу он провалился на технике, в текстуры. Что произошло? Да, мод нестабилен, как вы видите, иногда вылетает, но тем не менее это интересно. Я своего убил, да? Короче, эта техника застряла, походу, в текстурах. Появилась, наверное, там так, или я не знаю. Что-то вообще непонятная фигня какая-то. В общем, ребят, такой вот у нас видос получился. Оценивайте, если кому интересно. И увидимся с вами на полях сражений Battlefield.